Друзья, всем привет, девочки мои, мальчики. Сегодняшнее видео начинаю вам вот с такого показа. Здесь у меня чемодан, но нет, я никуда не собираюсь. Я достаю зимние вещи, вернее, убираю зимние вещи, достаю летние вещи. В общем, все меняю местами, одно туда, другое сюда. Здесь в пакете собираю вещи для дачи уже, то, что я необходимо будет брать на дачу, и то, что мне уже, в общем-то, не нужно. Это здесь постельное белье, у меня вот такой вот кавардак, все просто. Недавно купила вот такой вот костюмчик себе, я не знаю, показывала я вам или нет, это маечка и шортики, домашний костюмчик, маечка и шортики. Вот такая маечка, вот. В магазине Фонды. Вот Венечка к вам пришел поздороваться. В магазине Фонды. Очень хорошая. Хлопок на тоненьких лямочках. Просто подумала, поеду отдыхать куда-нибудь. И там можно даже на балкончике в этих шортиках посидеть. Хороший наборчик такой. Вот. В общем, здесь у меня вот так. Уборка. Все валяется. Везде уборка. Дальше, здесь я сейчас делаю, у меня щавель, вот щавель я купила недавно в ленте, и, ой, по-моему, горит, и буду делать сейчас щавелевый супчик, начинаю варить щавелевый супчик. У меня уже здесь картошка и немножко риса, без мяса, без всего, вот такой вот. Постный супчик у меня будет. Здесь у меня свекла варится. Сегодня такой у меня постный день. Что-то хочется такого легенького прям. Так что вот сейчас потушу, пережарочку добавлю в суп и нарежу щавель. Так, и у меня яички. Так, и отварила, два яйца добавлю в суп, понимаете, я вам просто сказала постный образно, потому что, конечно, не постный, потому что там будут яйца, просто без мяса такой вот, мне такой нравится, он легкий получается, и два яйца просто оставлю вареных, вот, так что у меня здесь все варится, парится. Сейчас покажу, какая сегодня погода в Москве. Себя не показываю, потому что я себя даже не привела еще в порядок. Хожу такая вся с пучком на голове. В общем, ни о чем такая, никакая. Вот смотрите, видите, снежочек еще есть, но был сегодня очень сильный ливень. Всю ночь и утром, и снег почти весь растаял. Большая часть, во всяком случае, здесь. То, что вот недавно насыпало, уже снега нет. Здесь вообще обалденно. Вот здесь немножечко есть снежочек, а так вот сегодня пасмурная погода, но тепло. Где-то градусов, наверное, 12. Так, все, щавель закинула, яйцо отварила, тоже сразу сюда закинула. Вареное яйцо. Некоторые добавляют, знаете, сырое и как болтушку вот так делают. Я нет. Я люблю вот такое вареное яйцо. И все, у меня суп уже готов, я его сейчас выключу, и пусть он настаивается. Все уже готово. Посолила, поперчила, и потом со сметанкой буду кушать. Уже летний супчик, да? Сейчас только попробую, интересно, он кисленький хоть или нет. Вроде щавель был кислый. Угу. Кисленький, отличный. Щавель в ленте покупала. Суперский щавель. Время уже без 10:03, я все копаюсь по хозяйству. Перемыла посуду и решила приготовить шарлотку. Приготовила 3 яблока, думаю, что 2 яблока хватит. Приготовила муку, приготовила просеять муку сюда и взбила почти до пиков белок с сахаром. Сейчас буду вводить сюда муку. Я просеиваю по чуть-чуть муку сюда. Вот так.
понемножечку. Тут у меня мука, разрыхлитель и ванилин. И начинаю опять все взбивать. Также 4 желтка. И тоже все это вместе буду сейчас взбивать. Пирог обалденный получился, я уже его разрезала. Яблочки, правда, упали вниз все. Ну, не страшно. Немножко наверху, немножко внизу. И что я забыла? Посыпать корицей. Блин, вообще, я так люблю с корицей, но я решила так вот прям сверху посыпать его. Вот так вот сверху, вот сюда вот. Люблю с корицей, обожаю. Забыла, хотела в пирог добавить и прям забыла. Ну, в общем, буду пить чай.